Курсы валют на 29 января. Гривну немного укрепили. Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на 2 копейки в продаже, до 27.71 гривен-доллар. Национальный банк Украины на вторник, 29 января 2019 года, укрепил курс гривны на 2 копейки, до 27.79 гривен за доллар, по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 28 января. В то же время единая европейская валюта подорожала на 17 копеек. НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне. 100 долларов США – 2779.0097. 100 евро – 3173.0733. В то же время, к закрытию межбанка доллар потерял 2 копейки. В понедельник, 28 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27.78 – 27.83, к закрытию котировки составили 27.78 – 27.81. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27.76, максимальные – 27.78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27.79, максимальные – 27.83. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.